Всем привет, друзья! Рады вас приветствовать на канале Покупай Легко. Сегодня у нас в обзоре плазменный шар, плазменный светильник или светильник Tesla. Представляет собой шар на подставке. После его включения вы можете наблюдать настоящее волшебство. В темноте это выглядит еще эффектнее. Внутри шара начнутся переливаться разными цветами множество молний. Внутри стеклянного шара находится разряженный газ, ну или смесь, в зависимости от которого приобретается тот или иной оттенок свечения. В процессе работы шар не нагревается, потребляет малое количество электроэнергии, работает либо от батареек, либо от кабеля USB, который идет в комплекте. Процесс, происходящий внутри лампы, никогда не повторяется, и с плазменным шаром можно, соответственно, взаимодействовать. При касании к нему рукой он как бы начинает бить в это место, куда вы прикоснулись. Но это, естественно, абсолютно безопасно. Давайте посмотрим, как это выглядит, например, в темноте. Вот таким образом выглядит ночник. Если мы к нему прикоснемся, то молния будет бить в одно место. Можно несколькими пальцами прикоснуться. Вот такой оригинальный подарок, оригинальный светильник-ночник, плазменный шар. Надеемся, вам понравился наш обзор. Будем рады видеть вас снова на нашем канале. Пока!